Привет, это Виталий Глебочкин и очередной выпуск быстрой покраски в 3D Loot Creator. На этой фотографии я хочу оставить кольца теплыми, а все остальное сделаю холодным. Лед и фон на фото нейтральные. Если я буду перекрашивать нейтрали с помощью кривых, то остальным цветам тоже достанется, поэтому я буду использовать цветовую сетку. Выберу двойную сетку, чтобы раздельно красить тени и цвета. Зажму Alt и выставлю границу между цветами и тенями. За цвета отвечает верхняя сетка, за тени нижняя. Теперь я подвину центр нижней сетки в сторону синего цвета, таким образом я сделаю тени холоднее. Нейтрали в цветах тоже сделаю немного холоднее. Настрою контраст. В канальном миксере настрою цвет колец. Поскольку все кроме колец тут нейтральное, то по цвету будут меняться только кольца и теплые блики. Теперь с помощью кривой синего канала еще сильнее затонирую тени. Также я подниму насыщенность в тенях и уменьшу ее в цветах. Можно немного подправить оттенок на сетке. Тени сделаю еще чуть холоднее, а цвета немного уведу в зеленые, чтобы их выделить по оттенку. На этом все, разве что оттенок колец можно сделать более желтым, чтобы он лучше сочетался с синим фоном. Готово. Сравним с тем, что было. Вот до, вот после. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем пока.